Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости спорта. Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Вашингтон Кэпиталс, отправил 694-ю шайбу в ворота противника. Таким образом, он делит 8-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, НХЛ, с канадцем Марком Месье. Капитан Вашингтон Кэпиталс забросил шайбу в игре против Оттавы Сенаторс в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Она стала для российского форварда 36-й в сезоне. Сейчас по количеству заброшенных шайб за всю карьеру лидирует канадец Уэйн Грецки – 894 шайбы в 1487 матчах. В первой семерке нет хоккеистов, которые сейчас выступают в НХЛ. После Грецки наибольшее количество голов принадлежит Горди Холл – 801, Яромиру Ягру – 766, Брету Халлу – 741, Марселю Дионну – 731 и Майку Гартнеру – 708. Оставляйте свое мнение по этому поводу в комментариях, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. С вами канал «Чужое мнение».